Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск 17 иностранных наемников, воевавших на стороне вооруженных сил Армении в период Второй Карабахской войны. Об этом, как передает канал 13, заявил генпрокурор Кямран Алиев на заседании коллегии ведомства, посвященного итогам 2020 года. Генеральная прокуратура возбудила 62 уголовных дела в связи с агрессивной войной, развязанной вооруженными силами Армении против Азербайджана, и другими преступлениями, совершенными в ее ходе в период с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В международный розыск объявлены 21 человек, включая 4 граждан Армении и 17 иностранных наемников, сказал генпрокурор Азербайджана. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.